Том Со, брат, в одном из твоих эфиров я говорил, что войны не будет, ибо крест поставить на президентстве Путина и Кадырова. Как же я ошибся? Не ожидал, что Путин окажется полным идиотом. Бывает. Я поэтому говорю, никогда не делайте прогнозы. Неблагородное это дело. Том Со, как думаешь, Путин пойдет на уступки, как он называет, наркоманам и нацистам, или пойдет до конца? Россия уже потеряла около триллиона долларов из-за санкций. Я не делаю прогнозов, Смирнов. Я не знаю, что он сделает. Будем наблюдать. Турпал. Ассаляму алейкум, Тумсо. Да, Тумсо, я читал в телеге, что Зеленский призвал всех желающих добровольцев на помощь в Украину. Ва алейкум ассаляму рахматуллах. Я видел различные сообщения по поводу добровольцев, но я не совсем понял, о чем там идет речь, о добровольцах с мира, которые извне должны приехать, или внутри страны, он имеет в виду. Просто я не совсем это понимаю, так как добровольцев обычно их зовут там, где не хватает живой силы. А там, где наоборот, этой живой силы как бы ну, предостаточно, ну, какой смысл еще кого-то туда вести? Я не совсем это понимаю, если честно. Может быть, там на месте как-то по-другому это все выглядит, не знаю. Том, что ты говоришь, то, что ты хочешь, чтобы так было, но надо быть реалистом. Россия, несомненно, сильнее Украины. Это факт. Несомненно, сильнее Украины в чем? Где? Если поставить их на какой-нибудь силомер, ну, тогда, наверное, да. Но когда мы говорим о покорении Украины, об оккупации Украины, достаточно ли у России сил, чтобы ее оккупировать? Ну, не знаю. Не знаю. Я вот, чисто если порассуждать на эту тему, и Россия может, допустим, бросить все свои силы, всю свою армию в Украину. И сможет ли, сколько ей понадобится тогда времени, чтобы оккупировать, чтобы война именно позиционная была окончена и начался новый этап, новая стадия уже партизанской войны. Сколько ей на это понадобится мнений и, в общем, и времени, и сможет ли она вообще это сделать? Я не знаю, это уже совершенно другие вещи. Понимаете, говорить о силе, да, у нее, конечно, потенциал, там, ядерное оружие и так далее, это сильнее, но вот это, когда мы говорим о войне и задаче одного государства взять под контроль другое, то здесь, ну, от того, что оно сильнее, этого недостаточно. Тем более, когда на стороне слабого весь мир, он готов его снабжать, лишь бы он сопротивлялся, сражался. Здесь уже, ну, сложно так судить. انتظريني